Делать такую реформу за счет ущемления прав работника недопустимо. За счет ущемления его заработной платы, за счет заставлять его перерабатывать, за счет, может быть, так сказать, сокращения каких-то его социальных льгот, которые ему предусмотрены по трудовому законодательству, конечно, недопустим. И это уже, ну, будем считать, что это, если будет происходить, это будет как исключение. Потому что если работодатель хочет получить какой-то гнев от трудовой инспекции, значит, публикации в социальных сетях и так далее, конечно, он может себя так вести недальновидно. Но мне кажется, что все-таки абсолютное большинство работодателей у нас здравые, профессиональные, хорошие руководители, которые должны федеральные и региональные законодательства выполнять.